Сейчас, на примере этого волшебного восхитительного котенка, который так и не хочет у нас сниматься в этом видео, я покажу вам самый главный секрет взаимодействия с маленькими детьми. Вот у нас есть ребенок, который находится в фокусе на какой-то задаче, то есть на этой игрушке. Но неожиданно. Мы отбираем у него эту игрушку, и он начинает расстраиваться. Отбираем игрушку. Ребенок не хочет забирать игрушку. Мы отбираем игрушку. Отбираем. Ну, предположим, вот ребенок потерял эту игрушку. И он все время начинает ее искать, где-то бегать, или расстраиваться, или плакать, или еще как-то привлекать к себе внимание. Но тут появляется восхитительный момент. Мы даем ему другую игрушку. И все. И для ребенка той игрушки уже не существует. А может и существует. Нет, для этого ребенка существует все. Ну, давай, для тебя существует эта игрушка. Нам людям показывают, как с детьми взаимодействовать. Давай. Не всегда, как вы видите, это получается просто. Но. Спустя определенный промежуток времени для нашего ребенка не остается ничего, кроме новых игрушек. Какой у нас все-таки милый ребенок.